Снова всем привет. Ко мне попал на распаковочку очередной телефон Nokia. Это E52. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Приехал сам телефон, зарядное устройство, кабель, USB, наушники, диск OVI и мануал. Так, вот он сам телефончик. Сам телефончик, значит, черного цвета. Тикай. Хороший. Люфтов нигде не замечено, щелей нема. Кнопочки. Да. Заклеено. Не включался по дороге. Так. Вставляем. Включаем. Прожужжало жужжание у нас тут. Так, телефончик включается. Посмотрим. Выставили нам сразу русский язык или придется выставлять самим. Так, пропустим. Ага, не выставили. Ну да ладно. Так, на звоночке его уже походу проверяли. А это ну. Так, где нам заходим? Тетуп. Персона, дисплей, стандарт, лангвич. Так, заходим. Ух ты, сколько здесь языков напихали. Магир, болгарский, румынский, русский, украинский, девч, англиш. Так, поставим русский язык. Сейчас перезагрузится, будет у нас здесь русский язык. А русский язык будет. Так. Поглядим еще раз на внешний вид. Русские буквы есть, как видите. Все в порядке. Не какие-то там выжженные лазером или еще чем-то. То есть нормальные русские буквы. Ну, все нормально, все работает. Проверим камеру. Камера здесь 3,2 мегапикселя. Так. Ну-ка. Нет, доступна карта памяти. Ну ладно. Ничего страшного, мы и так посмотрим. Так, ну камера включается, работает нормально все. Ну, что сделаем. Так, куда я попал? Не то. А, снимать же кнопку. Все нормально. Снимает хорошо. По крайней мере, так смотришь, ничего вроде. На компьютере, я думаю, не хуже будет. Ну, конечно, 3,2 мегапикселя не 8 и не 13, но тоже неплохо. В общем, все работает, можно выключать телефончик. Все, обзор закончен. Всем спасибо, пока.